В Чангмае много мест, где можно взять байк на прокат. Цены очень разные. Ну вот мы выбрали KPD Car Rent and Travel. Это по дороге от Iron Bridge. Координаты будут внизу. То есть, если пересечь Iron Bridge в сторону старого города и проехать прямо, то будет вот такой Duang Tavan отель. Вот. И напротив него вот будет такой КПД Car Rent and Travel. Здесь дают байки по цене от 150 в день. Мы взяли за 200, как более удобный для нас, более комфортный. Вот, в принципе, рекомендуем не экономить. Вот, в залог берут паспорт, дают с полным баком. Вот, возвращать нужно тоже с полным баком. Вот, и еще такой нюанс, что у нас 4 или 5 раз за 2 дня проверили права. Те самые международные, картонные. То есть без прав не рекомендуем здесь ездить. Вот именно в этом городе, в Чангмай.